Что, ребята, играем в игрушку N to Die 3, третья часть. Так, у нас здесь есть монстр такой вот, который хочет нас уничтожить. Но мы на своем синеньким автомобильчике от него уезжаем. Так, какой-то, смотри, с Макдональдса чуваки ходят. О, смотри! Этот гад уже так близко. Давай, давай, быстрее, машинка. Нам нужно уехать. Ой-ой-ой-ой, он нас уничтожил. Ага. Так, ладно, что мы сделаем? Мы, ребятушки, давайте улучшим движок. Движок купим. Так, все, кончились деньги. Что можно еще приобрести? Шины 130 стоят. Давайте приобретем. Ох, какие замечательные шины. Давай другие купим. Ох ты, вот это шины. Вот это шины, все, нас теперь не остановить. Так, давайте включим турбо. Так, турбо у нас, ребята, потихонечку увеличивается. Так, оно у нас, практически турбо у нас, ребята, в этой игре бесконечные. Бесконечные турбо. Нам нужно уезжать от этого монстра, который все время хочет нас взорвать. Ладно, сейчас проверим. Так, ускоримся немножко. Давай-давай-давай, турбо, включайся. Так, все. О, зомбари нам мешают проехать. Хорошо, проехали. Хорошо. Так, мы уже скоро на второй круг поедем. Так, а это что за гад меня стреляет, а, на мотоцикле? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, побили новый рекорд. Хорошо. До новой машинки 200 футов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай, ускоряйся, пожалуйста. Так, вот смотри, какая-то летающая фигня. Давайте ее... Ух ты, все, мы открыли новую тачку, ребята. А, можно дальше продвигаться, да? О, взорвали. Взорвали нашу машинку. Ух ты. Новая тачка. Можно передвигать и выбрать тачку. А можно на старой ехать? Можно на этой. Давайте проверим вот эту тачку. Как она себя ведет. Смотри-ка, она длинная. Угу. Интересно, интересно. Давай, давай, ускоряемся. Так, надо ее будет прокачивать, потому что смотри. Ух ты! Тихо. А, меня стреляет прям, а, гаденыш. Ладно, сейчас попробуем оторваться немножко от него. От этого монстра. Так, а ну-ка, что у нас там? Машинка потерпела поражение, да? Взорвалась машинка. Ну, как-то так, ребята, как-то так. Как вам нравится игрушка? Ставьте лайк, если нравится. А мы будем другую пока сейчас играть. Так, ребята, мы остановились там туда. И давай, $305 у нас есть. Давайте прокачаем вот эту штучку. Угу. Первую. Шипы мы прокачали. И немножко прокачаем бензобак. Так, ой, чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть. Что, поехали, поехали. Будем зомбаков гасить вот этими шипами. Да, нормально, они как раз накалываются на шипы. И всех сейчас зомбаков. Ребятушки, смотрите, у меня какие шипики есть на машинке. Давайте я вам всем профигачу бошки. И... Давай, 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 мне нужно доехать до финиша, посмотреть, что у нас там будет, интересно. Так, а что я это буст нажимаю? У меня уже закончился, ребята, ускоритель. А сейчас посмотрим, сколько денег я заработаю. Может быть, хватит мне прокачать ускоритель. $357, хорошо. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, нифига, 100 баксов ускоритель стоит, вы что, с ума сошли? Что так дорого-то? Так, давайте бензинчик один раз прокачаем. Все. Поехали. Поехали, ребята. Так, ускоритель у нас прокачанный. В принципе, неплохо, так нормально прокачанный. Так, ребята, я хотел бы передать приветы сразу. Давайте я передам Кристаллу, Александре, Елизавете, Максиму Павленко, а также Море Жене, Олегу Туманову, Геймеру Робину, Лес Геймеру и Кристаллу. Ребята, если хотите, чтобы я вам передал привет, пишите комментарии под видео. Передай... Привет, я вам передам привет обязательно в следующем ролике.
Вот. Но обязательно ты должен быть подписан на канал и поставить лайк на это видео. Давай, давай. Так, что у нас тут? А, $377, ребята, заработали. Офигеть. Давайте приобретем новое колесо. Так, вот за 200, за 200. Посмотрим, какие колесики. О, колесики неплохие, неплохие. И немножечко приобретем бензинчика. О, нормально. Больше половины прокачали бензобака. Ну что ж, давайте поиграем в какую-нибудь другую игру. Давайте, ребятки, еще раз на двоих. 2 на 2 сыграем. Титан и еще малютка маленькая. Ладно, у меня тоже титан и малютка. Поехали, посмотрим, что они там сделают там. Или мы их сделаем. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. На, получай, получай. Сейчас я буду стрелять. Ой, хорошо. Уничтожили. Это очень даже неплохо. Еще одна звездочка. У нас пока все равно 3 сундука. Будем копить. О, огнеметик. Огнеметик. Все, здесь нам нужно будет проехать сразу. Вот это вот. Здесь не очень удобно стрелять будет. Так, вот здесь встанем. Так, есть. Получил урон. Одного уничтожили. И второго. Все, ребятушки, это было несложно. Совсем несложно. Второй лейтенант мне дали продвижение. И еще одна. О, 4 сундука. Ой, как хорошо. Как хорошо. Ребятушки, мы собираем 10 сундуков и обязательно с вами их откроем в ролике. Так, а у этих, смотри, какие танки необычные. Интересно. Давайте посмотрим, что они умеют. Этот с лазером будет фигачить, да? Так, а ну-ка. Тихо. Ох, нифига, нифига у него там пушка. Так, моего уничтожили, да? Победа? А как так? Нифига себе, мы победили. Я даже не ожидал. Все, едем, едем. Заработаем сейчас побольше денег. Так, давай. О, что-то вообще колбасить стало. Ну, бас. Аккуратно давай, едь. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ему, короче, нубику нравится вот так вот ехать. Непонятно. О, наверх я приехал. А что там наверху? Наверху-то ничего интересного нету. Это западня. Слушай, ну, басик, давай назад. Вот, сюда едем. Да, в западню какую-то я с вами, ребят, попал. Это не очень хорошо для нубаса. Ух ты, доллары, доллары, смотри. За каждого убитого зомбаря нам дают доллары. $3 дали, прикинь. О, $686 заработали? Ну, сейчас на 1200 я что-нибудь куплю. Давайте приобретем бензинчик. Бензинчик. Все. А потом колесики останутся нам покупать. Все, бензина у нас вообще много, по идее. По идее, бензина много. Поэтому мы должны нормально так проехать будем сегодня. Сегодня мы нормально проедем, ребята. Давай, 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 нубик. Вообще, колбасит тебе не по-детски. О, хорошо, что стрел много у нас. Стрел много. О, убили, убили зомбарей. Так, 5 стрел осталось. Давай, нубик, я в тебя верю. Все, он переворачивается, все, я не знаю. Он нормально не хочет ехать, он хочет крутиться. Ну, сейчас мы, смотри, уже побольше проехали, слушай. Да, чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не хватило. Зато $984 мы заработали. 13 зомбаков убили. Нифига себе. Давайте, ребятушки, приступим. Уровень 7 у нас. Double Impossible Mega Ramp. Играем в эту такую игру. Давайте выберем машинку. Мне нравится синенькая. Давайте возьмем синенькую машинку. Поехали. Так, чувак садится в машину. И мы отправляемся в путь. Так, назад немножечко сейчас дадим. Выровняемся. И поедем. Аккуратненько, аккуратненько. Так, вот такая у нас, ребята, полоса смерти. Нам надо ее проехать. Мы ее, ребят, проедем, наверное, с первого раза. Ой, вот видите, ребята, я сказал с первого раза. Неизвестно. Неизвестно, проедем мы или нет. О, звездочку взяли. Так, вот эти крутилки. Аккуратненько. Вот мы так проезжаем. Хорошо. Замечательно проехали. Дальше. Угу. Поворотик. Писаться надо в поворотик. Так, поворотик списались, а тут у нас
Ё-моё, давай быстрее, быстрее, быстрее. Ай, она сейчас меня стукнет, нет. Ребята, стукнула меня. Ёлки-палки, мы улетаем в пропасть. Да, нельзя говорить в начале ролика, что мы пройдем ее спокойно. Поэтому надо нам попробовать вторую попытку. Да. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Давай, подождите. Давайте выберем. Давайте, ну, поехали на синеньком еще раз проедем. Все, поехали. Садись уже в тачку, чувак. А, так, хорошо. И поехали. Поехали. Может, надо сказать, что мы не проедем эту гонку, чтобы мы проехали, не знаю. Либо очень аккуратненько мы сейчас должны проехать. Так главное собирать звездочки, ребята. За звездочки нам дают деньги. А деньги нам нужны, чтобы... Аккуратно, аккуратно, тихо-тихо, едем. Чтобы нам новые тачки купить. У меня вообще в планах, ребята, в этой игре купить все тачки, все машинки. Поэтому мы должны, ребята, с вами пройти уровень. Так, проезжаем. Хорошо. Хорошо, что здесь молот не такой бешеный, как в других играх. Наподобие этой. Так, поворачиваем аккуратно. Едем. Такая вот у нас машиночка. Давай. Мы должны проехать. Мы должны сегодня проехать эту трассу. И заработать деньги. Так, крутилка, ждем. А, ага, все, поехали. Поехали быстрее. Давай, на газ. Там, кстати, еще красная машинка есть. Вот она вообще быстро едет. Так, а что это у нас за поворотики здесь? Это просто обманка какая-то, прикинь. Я не посмотрел сразу. Да, ну сейчас мы сдадим немножечко назад. Аккуратненько. Вот так. И развернемся сейчас, попробуем. Вписаться надо нам. Ё-моё, колесо. Ой, чуть колесо в пропасть не упало. Было бы нам сейчас прохождение, да? Этой трассы. Угу. Следующая звездочка, вторая. Осталась у нас, ребята, еще одна звездочка. О, а что-то мы тут застряли, что ли? Чё? Я не понял. Алёшки! Мы застряли, ребята. Так, подожди. Сконцентрируемся. Колесики у нас не поворачиваются. А как так разработчики сделали такую трассу, что... Ёлки-палки, смотри. А ну, давай разворачиваться. Нет, смотри, все, застряли. Застряли официально. О, проехали. Здесь им надо как-то... Ну да, они неровно все-таки положили трассу. Куда они смотрели вообще, разработчики? Алло. Я к вам обращаюсь. Разработчики, если ты сейчас смотришь это видео, как так вы плохо разобрались, плохо построили, что машинка у нас не могла проехать. Так, крутилка. А, крутилка до нас даже не достает. Это очень хорошо. Все, проехали мы уровень, наконец-то-таки, и заработали кучу денег. Давайте посмотрим, сколько нам денежек дадут за это прохождение. Так, восьмой уровень у нас, А я хочу просто деньги посмотреть. 3600, ребята, 3600. Я вообще хочу накопить денежки на какой-нибудь такой вот грузовичок, который мы с вами обязательно разблокируем и купим в следующий раз.